Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новую серию по Сапчику. Играем, как всегда, на Тринити на первом сервере. И, друзья, сегодня будем затрагивать одну очень спорную, одну очень интересную тему. А что же все-таки лучше? C63 AMG в 204-м кузове, рестайлинг в кузове купе или же в кузове седан? Я уже, примерно хотел прикинуть статистику, вот если, например, каждый из вас напишет свое мнение в комментарии, и я вот не знаю, мне кажется, что мнение разделится примерно 50 на 50. И самый прикол, что сам за себя могу сказать то же самое, что я тоже примерно мне нравится, что купе, что седан одинаково, и поэтому, соответственно, мне особо-то и без разницы, собственно, и было в реальной жизни, потому что в недавнем времени я стал владельцем как раз-таки такого автомобиля в кузове купе. Я, в общем-то, расскажу более подробно, почему я именно на этом кузове остановился, хотя, в принципе, в видосе, который я вот недавно выпустил, где показывал вам цешку, сказал, почему это все, но еще раз все прожуем, еще раз посмотрим на эти два автомобиля, как раз-таки в различных кузовах, так скажем, да, именно в седан и купе. Значит, давайте начинать. Сразу скажу, что вы можете прямо сейчас сразу в комментариях писать, что вы считаете, на ваш взгляд, выглядит лучше и почему. Ну, типа, например, я считаю, что седан выглядит пизже, потому что он там агрессивнее или еще что-то. Ну, что-то вот типа такого, вот как бы очень, очень интересно, на самом деле, будет почитать. Я сейчас буду высказывать свое мнение. Соответственно, значит, у нас седан. Ну, у нас небольшие проблемы с купе. Дело в том, что купе у нас немножко в выигрышной позиции, потому что модельку обычного я как только, блядь, не искал, но не нашел, и чтобы она была нормального качества в том числе. Поэтому, друзья, у нас сегодня Black Series, вы не обращайте внимания, сразу давайте мысленно уберем карбоновый диффузор, карбоновый спойлер, такой бодикит небольшой, и спереди тоже у нас там всякие штучки, сплитерочки, то есть их убираем. То есть представляем просто вот, как бы вот у нас C-шка 63, хотя тут тоже есть карбоновый сплитер. Его тоже можно мысленно убрать, но просто реально модельки такого хорошего качества найти весьма сложно. Поэтому мы просто обращаем именно внимание на купе, то, что он, ну, как бы двухдверный, и четырехдверный седан. Значит, у меня, в принципе, сейчас вот как бы вот такая машина, только не Black Series, а самая обычная версия. Не Performance, не Edition 507, не Black Series. Это, насколько я знаю, все модификации, которые были выпущены за все время. Black Series считается самой редкой, как, в принципе, Edition 507, но Edition 507 еще можно встретить, на самом деле, в продаже. Black Series — это прям редчайшее это самое. Но я не могу сказать, что мне прям очень нравится вот это вот, то, что ее раздули еще сильнее, то, что налепили всякого карбона, да, там, и как бы, ну, типа, вообще, по идее, Black Series, она шла черная, на самом деле, насколько я помню. Я, честно, даже в этот момент не вдавался, потому что это была такая лимитированная версия, а вы знаете, что я поэтому особо не фанатею. Edition 507 — это как раз-таки, в принципе, было что-то типа похожего на Black Series, но суть была в том, что там было 507 лошадиных сил вместо 457, которые были изначально. А версия Performance — это то же самое, что, в принципе, сейчас AMG делает. В конце добавляет S, то есть там E63S. Просто чуть-чуть, ну, типа, более улучшенный, более пиздатый вариант, который был вместо 457 сил, 487 сил. Короче, все очень сложно. То есть 457 сил обычная версия, 487 сил версия Performance, 507 сил версия Edition 507, а Black Series я даже не помню. Короче, давайте мы представим, по-моему, кстати, может быть, даже это не Black Series, а Performance. Ой, фу, Performance, это Edition 500... Нет, это, короче, смесь какая-то гибридная. Короче, пофиг, давайте просто рассматривать именно сами кузова, что вот есть седан и есть купе. Значит, друзья, когда я начал искать C-шку 63-ю, свою мечту, потому что считаю, что эта тачка легендарна, как ни крути, это лучшая C-шка вообще, в принципе, по внешнему виду и по, если брать версию AMG заряженную, то тоже, на самом деле, мое мнение тоже останавливается именно на этой версии, 204-й кузов. В принципе, что рестайлинг, пофиг, но рестайлинг выглядит симпатичнее, более современный, и как бы, ну, какие-то там уже такие моменты были доработаны, поэтому 204-й рестайлинг — это лучшая вообще цешка. Вот как ни крути, я вот остаюсь вот при таком мнении. Особенно, если мы говорим о версии AMG с 6,2 литра, V8, Atmo, все дела. Я просто начал искать живой автомобиль. Потому что, на самом деле, ну, как бы, варианты, в принципе, есть по России, да, то есть мы откроем там рынок, посмотрим, то, как бы, тачки продаются, и, в принципе, примерно одинаково, седанов даже чуть больше, потому что купе, в принципе, всегда так было, что купе и стоит чуть дороже изначально, если вы новый автомобиль покупаете, ну, типа, это, как бы, считается более, да, если седан — это седан, то купе — это купе, заебись сказал, ну, короче, вы понимаете, что всегда так было, что если вы возьмете какой-нибудь автомобиль, новую цешку сейчас обычную, посмотрите, да, рынок, сколько они стоят, седан будет дешевле, чем купе. Потому что купе — это всегда дороже. Ну, в среднем, там, я не знаю, сколько, ну, может быть, процентов на
от 10 до 30 от цены автомобиля. Ну, то есть, грубо говоря, мы берем тачку, которая стоит там изначально 3 миллиона, седан, то купе, скорее всего, будет стоить минимум 3300-3500. То есть, ну, примерно вот такая вот разница в цене будет, если мы говорим там, да, про какую-нибудь новую цешку, например. Вот, поэтому купе изначально это дороже, потому что их меньше, ну, если посмотреть на рынок, их будет чуть-чуть поменьше, но примерно варианты все равно попадают, что купе, что седанов. Задача была найти реально живую машину, потому что я считаю, что у нас, к сожалению, их эксплуатировать, ну, не особо умеют, и учитывая, что этой тачке все-таки без малого спортивный автомобиль, который уже ездит 8 лет, допустим, да, если мы берем там 2012-2013 год, 8-7 лет, там 6 даже, если, это все равно, как бы, ну, такое прошлое, которое, ну, хрен знает кто как эксплуатировал. Плюс ко всему, конечно, тут еще самый главный фактор — это пробег. Найти тоже машину с нормальным относительно пробегом, не за 100 тысяч, там, ну, 120-150, как бы, и такие машины тоже есть. Я, конечно, такие не хотел, потому что, ну, это уже... Ну, такое, типа. Вот, поэтому искалась тачка примерно с пробегом 40-80 тысяч километров, чтобы она, во-первых, соответствовала, да, состоянию пробегу, и чтобы у нее не было никаких там проблем, не было никаких ДТП, не было никакой странной истории, и была нормальная относительно эксплуатация. Собственно, вот и были все критерии. Я даже не задумывался, хочу я седан или купе. Я хотел просто живую 63-ю в кузове 204 рестайлинг. Мне они реально одинаково нравятся. Но если уж так вот даваться подробности, я считаю, что седан может быть чуть выглядит агрессивнее. Почему? Я хз. Вот мне просто хочется это сказать. Вот я сейчас смотрю на него, вроде как-то... Вот почему, не знаю. С другой стороны... Седан выглядит более обычно. То есть, например, еще вообще просто еще легче его спутать с обычной версией, потому что, ну, купешек и так мало обычных, каких-нибудь 180-х, да. То есть, в принципе, ты задумываешься, когда видишь купешку в 204-м кузове, типа, а не 63-я ли это? А вот как раз-таки встретить 63-й седан, ну, это практически нереально, потому что 204-й кузов ездит, мне кажется, ну, в каждом городе России его можно, в принципе, встретить, и... Ты даже и не задумаешься, пока не услышишь, не увидишь там жопу. Еще многие любят переделы всякие там. Там еще были 280-е, C280, C180, каких там только не было. Их любят реально делать а-ля под 63-й. Ну, оригинальный 63-й вы встретите, ну, практически, я не знаю, очень редко. Я за свою жизнь видел их очень мало раз. Поэтому... Седан непримечательный человек, как бы, мне этим даже он нравится еще больше, потому что я, как бы, мне нравится такая тачка, которая, ну, блин, типа, кто надо, тот поймет. Даже можно повесить шильдик с C180, но, опять же, всякие там, да, вот, диффузор вместе с выхлопными трубами выйдут в эту тачку, как бы, особо это бесполезно делать, поэтому, вот, ну, вот эти шильдики там на крыльях и так далее. Купешка более палевная, в том плане, что, в принципе, сразу можно подумать, типа, блять, а, может быть, это реально AMG? И, как бы, на самом деле, ну, это логично, потому что я говорю, что... Обычных даже цешек, купе в этом кузове, ну, не так много, серьезно. Вот, поэтому я не знаю. Но седан, я считаю, что обе тачки симпатичны. Вот я сейчас, например, хотел развить тему в ту сторону, что я считаю все-таки, что седан может быть более лучше. А я сейчас смотрю и даже вот так думаю, блин, а почему? На самом деле, мне просто нравится начинка у этой тачки. Ну, да, внешний вид, безусловно, тоже. Но я считаю, что это тот самый случай, когда и седан, и купе выглядят одинаково круто. То есть понятно, что нужно, как бы, да, человек, который покупал ее новую, он сам выбирал либо купе, либо седан. Я считаю, что и седан охуительно просто выглядит, и купе тоже самое. Хотя, ну не знаю, вот мне хочется опять развить это, хотя, но я не могу даже привести какие-то реальные факты, потому что, ну, седан может быть пизже. Ну, может быть, он чуть брутальнее выглядит, я соглашусь. Но опять же, это, знаете, из-за чего такое ощущение? Потому что, если вы видите купешку обычную, например, да, в городе, вы, как бы, ну, понимаете, скорее всего, что там едет девушка. Ну, типа, особенно если это белое купе. Но, блин, типа, когда ты видишь реально оригинальный 63-й купе, вопросов таких даже не возникает. Вот, я думаю, что это 100%, потому что, ну, как бы, типа... Опять же, я говорю, это тот самый случай, когда кто понимает, что это за тачка, он все прекрасно знает и понимает, что там, ну, как бы, скорее всего, наоборот, не девушка едет. Потому что, блядь, эта тачка реально опасна. Вот. Именно вот из-за этого, может быть, многие считают, что седан выглядит как бы брутальнее, интереснее как-то, да, и как бы, ну, блин, он реально круто выглядит, смотрите. Ничего лишнего, просто все на месте, все классно, все охуительно, просто вот я не могу реально даже смотреть на 205 кузов. Ладно, седан как раз 205 кузов, считаю, что выглядит норм. Но купе это такое убожество, блять, реально, я вот прям вообще не могу на нее смотреть. Цешка...
Да хоть обычное, что 63-й, 205-й кузов, последний, да, который сейчас есть. Купе это просто пиздец. Ну как по мне, уж извините, может быть кому-то нравится, но я говорю просто свое мнение, мне вообще не заходит. Вот если бы стоял выбор купить Цешку 205-ю, я бы точно купил седан. А 204-я, я считаю, что смотрится круто и седан, и купе. И опять же, вот это именно... Мне тоже хочется сказать, безусловно, что типа, пацаны, блин, что-то такое ощущение, что типа седан как бы побрутальнее, посолиднее, посерьезнее, как-то поувереннее смотрится. Я говорю, это все из-за того, что мы привыкли, что как бы... Мы все-таки, знаете, подсознательно думаем об этих машинах, что они версии не AMG, потому что AMG встретить 63-й реально, ну, редкость. И понимаем, что на купе ездила бы, скорее всего, девушка, потому что, ну, типа, ну, такая прикольная тачка, да, для девушки, мне кажется. А если же мы уже обсуждаем конкретно версию AMG, то тут как бы, ну, просто уже эти вопросы сразу отбрасываются. Я считаю, что они выглядят реально очень круто обе. Поэтому я говорю, так вот просто получилось. Я совершенно не против, что это купе оказалось, потому что смотрели и седаны, и купе. Но что-то все какое-то было сомнительное. То есть, знаете, на момент, так скажем, сортировки даже, вот просто тупо по объявлениям, сразу там седаны в большинство случаев отпадали, особенно по низу рынка. Ну, типа, это понятно, что машины там с не очень хорошей историей и так далее. Какие-то сомнительные, с вложениями и как бы, ну, всякое там может быть. Все-таки машина реально, я говорю, спортивная. Плюс ко всему, времени прошло немало и как бы, ну, очень сложно такую машину найти. Помимо того, что их и так редко встретишь вообще где-либо и понимаешь, что их вообще как бы мало у нас в России остается с каждым днем, потому что это все-таки, знаете, такой прошедший уже этап. Сейчас как бы, если кто-то берет 63, то берет, конечно, 205, наверное, кузов. И как бы это нужно быть фанатом, чтобы там покупать, оставлять у себя 204 кузов. И вариантов и так мало, и как бы вот, ну, тут уже приходится выбирать. Поэтому я очень на самом деле рад, что у меня не стояла конкретная задача по купе или же по седану. Потому что тогда бы я хуй знает, сколько бы я искал машину. Потому что вот если бы я сказал, что я хочу седан, там, в принципе, живые экземпляры стоят намного дороже, чем начинается рынок. То есть там прям, знаете, разница чуть ли не в миллион. Они начинаются реально тачки живые. Поэтому как бы, ну, там уже совершенно другая сумма идет. Поэтому я говорю, что... Вообще, вот меньше всего меня это волновало, как бы это странно не звучало, будет ли это купе или седан, потому что, блин, хотелось просто реально живую Цешку 63-ю в 204-м кузове рестайлинг, о которой я долго мечтал. И очень хорошо, что мне изначально нравились всегда и купе, и седаны. То есть вот смотрите, ну купешка, если сейчас мы отбросим лишние всякие детали, она даже, ну, то есть, во-первых, да, сам факт того, что это купе, я думаю, что если их где-нибудь на треке просто... Я думаю, что такие тесты даже есть. Я, честно, не вдавался в подробности. Вы знаете, что я далеко не трековый гонщик, блядь, чтобы это как бы там тайм-атаком заниматься и так далее. Но я думаю, что всяко купе рулится лучше, чем седан. Это первый момент. А плюсы? Какие еще плюсы? То, что я говорю, их меньше. В принципе, и обычных, и AMG их все равно меньше. Ну, блин, по сути, это то же самое все. То есть все те же формы, просто как бы... Даже средняя часть, честно вам сказать, вот смотрите, если мы посмотрим, да, за счет того, что у седана 4 двери, то как бы нету таких линий агрессивных сбоку, да, если мы посмотрим. То есть у Цешки, у той, ну все просто, реально можно реально с обычной спутать. То есть она просто, ну вот как бы ты на нее смотришь сбоку, ты как бы, ну как бы ничего такого не видишь. А у купешки все равно как-то, знаете, вот линии прям вот... Еще ты знаешь, что это 63-я, поэтому прям вообще хорошо. Но с другой стороны, я не знаю, как это объяснить, если мы посмотрим сзади, вот я не знаю почему, вот если сзади посмотреть, мы, вот они, сука, одинаково же выглядят, да, по сути, если мы отбросим, опять же, что это обычная версия, возьмем купешку. Но почему-то, если вот посмотреть вот так вот, мне кажется, что седан выглядит агрессивнее. Я не знаю почему. Вот честно, не знаю почему, что-то мне кажется. Морда вообще, в принципе, одна и та же ебатня. То есть, как бы, тут, как бы, ну, разницы особо совершенно нет. Я говорю, да, мысленно сбрасываем все эти элементы на купе. Разницы просто как бы как таковой вообще нет. С морды, ну все равно, да, она купешка более приземленная такая, ну какая-то такая, знаете, собранная. То есть седан это просто такой вот реально седан С-класса, на котором можно ебануть прям вот, да, и получить то, что ты хочешь. И при этом это как бы, ну, седанчик такой. Говорить о том, что практичнее и практичнее, я считаю, что бесполезно, потому что Цешка сама по себе маленькая, и даже учитывая, что здесь 4 двери, я бы чувствовал себя не очень комфортно со своим ростом, почти 190 сантиметров. Это точно я могу сказать, потому что это, по сути, Цешка даже поменьше, чем тройка, мне кажется, внутри BMW. И как бы, типа... В этом случае проще взять купе, реально открыть эту дверь, отодвинуть сидуху, как бы похуй, все равно там сзади тебя никто не сядет. И все, и ты как бы под себя подстраиваешься, тебе реально комфортно сидеть. В седане, наоборот, было бы все иначе, потому что
Если бы ты настроил, вот я настроил бы сиденье под себя, я вряд ли тоже считаю, что здесь человек комфортно сел. При этом где-то у меня бы, блядь, рука вылазила то ли через это окно, то ли через это, поэтому, ну, это я так уже, да, утрирую немножечко, но... Как бы, в плане практичности точно нет, в моем случае. То есть, я даже об этом не задумывался, типа, вообще похуй, потому что я реально хотел получить от машины эмоции, а не, блядь, то, что там... То есть, не было там вопроса о том, что, блин, типа, сможем ли вы там вчетвером покататься, впятером, как бы, блин, да нет, вообще, это бред. Поэтому, но с другой стороны, в купе тоже есть, например, здесь очень такая вот, вот эта вот как бы крыша, она реально находится намного ниже, чем у седана, да, то есть тачка реально как бы все равно такая приплюснутая, и поэтому садиться, ну, типа тоже с моим ростом, я вам скажу, такое себе, надо как бы это самое, понимать, что ты садишься в купе, но это, в принципе, в любом купе так, поэтому это тоже, на самом деле, бред. Поэтому, ребят, я... Вопрос, ну, то есть, для меня до сих пор открыт. Мне просто нравится эта тачка. Мне нравится C63 в 204-м кузове. И реально пофиг, седан это или купе. Я просто максимально рад, что нашелся все-таки вариант реально крутой. И как бы что-то оказалось в купе, да и пофиг вообще. То есть, типа, ну... То есть, у меня никаких эмоций это не вызвало. Ни положительных, ни негативных, да? То есть, типа, что это купе. Я просто был рад тому факту, что у меня теперь цешка, и как бы, блядь, наконец-таки сбылась моя мечта. Поэтому это вот, наверное, тот самый редкий случай, когда действительно ты ценишь начинку автомобиля. Безусловно, я оценю ее внешний вид, и я говорю, для меня они обе красивые. То есть они реально, эта машина, как, помимо того, что реально круто выглядит, она еще круто едет, и еще у нее крутые по технике всякие интересные вещи, да? И всякие интересные решения еще того времени. Поэтому я говорю, я не знаю, но вы напишите свое мнение в комментариях, почему вы считаете, что, например, купе или седан лучше выглядит, что бы вы бы себе взяли, или вам было бы тоже без разницы, в принципе, потому что хотели бы вы просто получить вот то, что в ней есть, вот, поэтому интересно будет почитать, для меня вопрос открыт, ну, то есть, типа, он закрыт, он даже не открывался, скажем так, реально, я считаю, что обе тачки симпатичны, если мы говорим о версии C63 AMG, они реально обе крутые. Так что, друзья, вот такие вот дела. Пишите ваши комментарии, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если вы впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.